Привет всем любителям вышивки и рукоделия! Сегодня решила записать вышивальный влог. Первым пунктом давайте посмотрим, какую я купила рамку для вышитой работы. Итак, купила вот такую раму. Эта рама, как видите, она такая золотая, с пупырышками. Стоила она на клиренсе 5,50. А мне понравилась эта рама своим оформлением и тем, что она такая тяжелая. Это не пластик, а, видимо, какой-то металл. И, в общем-то, стоила рамка недорого. И сейчас я покажу, для какой работы я ее купила. Итак, купила я рамку вот для такой вышитой работы. Наборчик мне присылала НАТО в подарок, наверное, год назад. Работу я вышла, но никак не могла подобрать рамку. И вот, мне кажется, с этой рамкой рукодельница, медвежонок будет смотреться идеально. Так, я выложила вот эту вот бумажку, которая была в рамке, и прикладываю к своей вышивке. Да, подходит по ширине. Отлично. И я только что сейчас поняла, почему эта рамка продавалась со скидкой. Видите, здесь немножко отклеена. Придется заклеить тут хорошенечко. Потому что он, видите, здесь отходит. Но рамка красивая. Она необычная, красивая. И также здесь нет крючочка верхнего, чтобы повесить рамку. Мне придется здесь его прикрутить, этот крючочек, петельку, и сейчас покажу, как будет смотреться вышивка в рамке. Так, и вот так будет смотреться вышивка в рамке. Мне кажется, симпатично. Естественно, вышивку я отглажу, натяну на свой любимый селф-стик, и вот так она будет смотреться. Немножко здесь край платья будет захватываться, но в целом идеально подходит и, мне кажется, неплохо смотрится. Вот рамка, работу я натянула, ставила, сейчас я ее буду оформлять на стену. Так, стена, на которой я хочу повесить рамку, вот такая огромная. Эту стену я решила отдать под свои увлечения. Вот здесь моя карикатура в рамке, эту рамку, в которой карикатура, хочу позолотить. Маску я сниму, это маска из Венеции. И вот здесь медалька, это медалька за 5 километров, которую я прибежала, наверное, год назад. Так, вот давайте покажу, как будет смотреться работа. Так, ну вот если поближе, вот так смотрится. И об этой работе я тоже расскажу чуть попозже, как я ее вышивала, что было в комплекте. Это, кстати, набор был от Алисы. Так, и напоследок, что интересное я нашла по вышивке крестиком. Вот у меня есть журнал InStyle за август 2015 Сева Лонгория. И вот здесь я нашла интересную заметку. Девушка вышила крестиком обложку, даже не обложку, вот это изображение Келли Капур. Я помню ее по офису, как ее фамилия оригинальная, не помню. Вот она вышила крестиком часть обложки InStyle, ее вот поместили здесь.
здесь в рубрику «Социальные медиа у нас». Такая интересность. Все, всем пока, увидимся в следующих видео.